Больно – это когда на твоих глазах умирает сбитая собака, а ты уже не можешь ничем помочь. Сила – это когда бездомный кот с больной лапой убегает от палки, бьющих его детей, но он все равно подходит к человеку и просит глазами помощи. Страшно – это когда щенок ждет свою маму, забившись в норке, но ее уже нет. Вы перестали ценить жизнь и чувства животных. А потом жалуйтесь на судьбу, которая возвращает вам за ваши деяния. Будьте милосердны, не обижайте бездомных животных. Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Сегодня мой крик души. Вы знаете, что я стараюсь как можно реже обращаться к вам с просьбой помочь нам с питанием, но у нас уже большие долги по питанию. Нам привезли мясопродукцию в долг. Это на 10 дней я стараюсь, нахожу пути, где нам все будет это выходить подешевле. И вот, наконец-то, моя общая знакомая Надя откликнулась и привезла нам спинки куриные по 62 рубля. Спасибо ей огромное. Вот. Но это уже все в долг. То есть клиника у нас на сегодняшний день 74 тысячи не оплачено. И еда. Вот так мы в последнее время, к сожалению, выживаем. Опять обращаюсь к вам. Моя такая большая дружная семья. Вас почти уже на канале 12 тысяч человек. Откройте свои сердца. Каждый по 100 рублей. Каждый из 12 тысяч. Помогите. И мы целый месяц не будем просить. Будем показывать позитив. А так сейчас это просто невозможно. В связи с последними событиями, я, честно говоря, моя нервная система просто на пределе. Я понимаю, что жить вот так, как живем мы, это очень сложно. У меня неделю уже бессонница, я не могу спать после всех отравлений. У меня постоянные мысли о том, что мне не на что будет кормить животных. Вчера приезжали студенты, спасибо ребятам большое, опять с Москвы. Помогли с уборкой в приюте. Но собаки хотят кушать, к сожалению, каждый день. Бездомные, бездомыши, да, простите, стараюсь, не показываю, знаете, по причине того, что только я показываю, где я их кормлю, собак. Собак травят, и я больше не могу жертвовать своими пушистыми хвостами. Да, сложно, да, все очень-очень тяжело, но я очень прошу вас, откройте свои добрые сердца. Все живы-здоровы, все радуются. Конечно, они радуются человеку, они радуются людям, когда приходят в приют. Это большое, огромное счастье, но никто не понимает, как рвется сердце у меня внутри. Нас много, а помогают, я как всегда говорю, единицы. К сожалению, это так. Я очень обращаюсь к вам, к каждому. Откройте свои сердца, помогите нам собрать финансовые средства. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.